Бежит, значит, лев, короче, такой по воле. Все хорошо, у него все прекрасно. Но тут, короче, дерево стоит. А ему никуда ни влево, ни вправо податься. А там дерево такое двойное, короче. Но он такой, ну, проскочу. Ну, такой проскакивает мимо него, и тут хоп, у него яйца, короче, застряли между этих двух деревьев. Он такой, не вперед податься, оторвутся, назад податься, тоже оторвутся, что делать? Вот, тут такой заяц, короче, пробегает. Он такой, слышь, говорит, заяц, помоги, говорит. Ты такой, ага, говорит, чтоб я тебе, говорит, помог, а ты меня сожрал. Ты такой, да ну ты что, говорит, ты, говорит, моим лучшим другом будешь, корешем, туда-сюда, правой рукой. Вот, тот такой, говорит, ну ладно, давай, ну помог ему. А лев его благодарит, говорит, молодец, спасибо тебе, говорит, меня спас, детей моих будущих спас, все, говорит, отлично будет. Ну, собирает собрание лев всех зверей и говорит, кто, говорит, тронет, говорит, типа, зайца, будет со мной дело иметь. Ну, все услышали льва, ну, заяц такой идет на следующий день такой по лесу, хоп, навстречу лиса, он такой, лиса, как насчет меня-то? Ты такая, ну, говорит... Вообще-то, ты, говорит, как бы не очень-то, говорит, в смысле, говорит, не очень, говорит, будешь с Левой дело иметь. Ты такой, ну ладно, говорит, пойдем. Ну, пошли, короче, в кусты. Она ему минетик сделала, все хорошо. Заяц такой идет дальше, хоп, ему навстречу волк. Он такой, волк, как насчет минета? Ты такой, заяц, ты вообще, говорит, охренел, говорит, такой предлагает. Ты такой, дело, говорит, с Левой будешь иметь. Такой, ну ладно, говорит, пойдем. Ну, пошли в кусты. Заяц такой выходит, вообще довольный, волк ему минетик сделал, все нормально. Ну, идет дальше. Идет такой, хоп, медведь. Он такой, о, Мишка, здорово, туда-сюда, говорит, как насчет минета? Медведь такой, говорит, пойдем. Ну, в кусты уходит, короче. Тот проходит минут 5, заяц выскакивает из кустов такой, фу, блин, нехорошее животное, на собрание ходить надо.